Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забрали награду. Задание. Так, открыть колоду. Теперь действительно открываем колоду. $5. Окей. Так, ну что, цель сегодняшнего захода в игру, естественно, ребята, в испытаниях пройти клан Фуд. Потому что мы в тот раз с тобой проходили черепашью бурю, как ты помнишь. И на клан Фуд у нас не хватило. Поэтому попробуем сегодня немножечко поиграть. Так, ну что, смотри, суточка у нас, да, и здесь 70-нички. Я думаю, в принципе, должны справиться на изи. Тан-тан-тан-тан-тан. Что нам сделать? Слушай, а может быть нам лучше пофармить, а? Ладно, пройдем клан Фуд, потом будем фармить. Все равно нам здесь... Весь, всю эту, как, весь сыр нам не слить. Так что можно не волноваться. Опачки, ханурик один остался. Валяется. Переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас Бакстер. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Бакстер, Крис Брэдфорд, собственно, персоны. Ксевер Монтес. Ну, естественно, Карайка, куда же без нее. И Острозуб. Ну-ка, дай-ка я вертушку сделаю, что-то мне не нравится, как они тут еле-еле пробиваются. Все, Лео молодец, наказал их. Давай-ка, наверное, вот сделаем так. Хотя надо было, наверное, пробафаться. Так, тихо. Делаем, наверное, защиту. Щиты ставим. Так, и провокацию. И уклонение. Ну, вообще, ребят, будем непобедимые, скажем так. Наказываем муху. Хлоп, нету мухи. Окей, это же, что у нас делает? Понижение, по-моему. А, это мы критическую атаку себе повысили. Ну, сейчас Рафаэль тут займется всеми. Абсолютно. Так, этот не стал бомбить, этот решил все-таки делать уклонение. Хоп. Ну-ка, подобьем. Конечно, подобьем. Ну что, Бибопчик, пора отдыхать. Все, ребята, первую, так сказать, волну мы прошли. Переходим на вторую. Там уже, по-моему, если не ошибаюсь, будет... Это был 70-й, сейчас будет 80-й уровень. Скорее всего, да, так и есть. 80-й уровень, и в конце уже будет 90-й. Вот на 90-м уровне, мне кажется... Донателло брать не стоит. Его и здесь-то, кстати, не должно было быть, если честно. Так, поехали. Хлоп. Да что они все докопались до моего Донателло. Эй, супостаты, лежать боятся. Давай, наверное, критовку себе еще подкачаем чуть-чуть. Прапаем. Усилим. Так, Маузер не упал, к сожалению. На. Да будешь ты падать сегодня или нет? Все, ребята, забомбили. Ага, пошел все-таки. Пошел Донателло бомбить, а? Дорвался, так сказать. Надо Донателло убирать. А на следующий бой пойдем, обязательно будем... Его убирать, иначе он так, ребята, от постепенного урона у нас может отдуплиться. Да и вообще от любой атаки. Тем более, когда у него исчезнет, сам знаешь что, да? Провокация. Ой, провокация. Уклоняшка. Давай-ка я, наверное, здесь вертушку все-таки сделаю. И вновь последняя волна. Сюрики. Так, сюрикены. Берем провокацию на нашего Рафаэля. Да, Донни, ты главное не падай. Эй, вообще промахнулся. Стоит ли хил делать? Не знаю, ребят. Но знаешь, что нам нужно убрать Бакстера и желательно Карайку. Ты гляди-ка, постепенно урон повесила. Так, Шреддера тоже надо отсюда вытравливать.
Так, ну тебе крышка. Крис Брэдфорд. Он остался последним, но он решил все-таки сделать себе доп. Защиту. Это ему не помогло. Ну что, мы прошли здесь, и остается у нас последний забег. Последний забег. И Донателло надо будет обязательно отсюда убрать. Извиняй, Дони, ничего личного, но так надо. Стоят заморыши. Ну что, начнем, наверное, с уклонения все-таки. Пускай оно у нас висит. Блин, смотри-ка, не особо помогает нам уклонение, если честно. Они попадают. Да, ну у нас тут хорошо, ребят, два хила. Поэтому как бы мы особо здесь не боимся. Так, хил я пока не буду тратить, он нам пригодится в дальнейшем. Зря ты это сделал, парень. И ты зря. А у них выбора нету все равно, ребят. У нас провокация стоит. Так же, как у этого, видишь, поставил себе провокацию и все. И мы не можем другого кого-то бомбить именно только от того, на ком висит эта провокация. Так, ну здесь у нас... Ага. Я, наверное, все-таки поставлю дуб защиту. И ярость Рафа. Вот это будет имбово. Так, поехали. Надо было, наверное... Во, вертушка, точно. Сейчас с вертушки вы их всех. Тюх! Угу, всех. Рокзар взял провокацию, а мне кажется, это ты зря делаешь, парень. Ой, зря. Блин, он взял, ребят, провокацию. Это будет жестко. Хиляемся. Пора, как говорится, уже. И, наверное, просто накатим ему. Майки, пробьешь его? Эй, Майки, Майки. Ты гляди. Просто не пробить его. Вообще никак, смотри. Есть, только Леонардо умудрился. Ну что, вот у нас и последние ханорики. У нас опять же есть уклонение. Сразу его заюзаем. И будем делать массовые атаки. Попал все-таки, а? Ты посмотри. Все-таки он попал. И Рафаэлю досталось. Но Рафаэль, слава богу, контратакует. Так, муха выпендривается здесь, да, я смотрю. Даже не ушатали мы ее. С первого удара. Промашечку дал парень. Так, массовые атаки пошли. В следующий ход, когда будет Леонардо у нас ходить, мы будем хиляться, потому что, ну, сам понимаешь, так дело не пойдет. Уже вот Майки практически, ребят, на соплях там. Половину хп у него отняли. Давай сюрикены. Шреддера, в принципе, можно уже уничтожить. Так, он осел. Так, теперь, наверное, попробуем Роксади. Потому что этот будет контратаковать, если мы его будем бомбить. Шархана. По бибопчику вряд ли мы сможем попасть, потому что на нем стоит, сам видишь, уклонение. Плюс двойная атака. На, блин, промахнулись. Ой-ой-ой, кому сейчас достанется? Леонардо. Хорошо, что у него отхил есть. Это его пассивка. Так... Накаляется, друзья мои, обстановочка-то. Нам нужно, наверное, все-таки взять провокацию на Рафаэле. Что-то дела совсем нехорошо. Наконец-то у него отхил. Я думал, что еще в откате. Еще не созрел, но все отлично. Давай ему. На! Слушай, не падает. А если вертушку? Есть! Никто не устоит против вертушки от Леонардо. Ну что, ребята, у нас осталось еще немножко сыра. Я думаю, что можно пофармить. Так, подожди, не сюда. Может быть, что-нибудь и выпадет. Так, 4 попытки у нас будет, да? Да, 4 попытки. Поехали. Неудачно. Опять кожеголовый. И Пит. Отлично, ребята. Из 4 попыток 2 у нас сработало. Конечно, хотелось бы еще, но... Никак.
Можем взять три попытки, конечно, за счет сыра. Но я думаю, этим заниматься не стоит. Так, друзья, на турнирной арене нас бросили до 60 ранга. Меня такой расклад не устраивает, я думаю, тебя тоже, да? Поэтому давай-ка мы будем все это дело исправлять. Макмен. Возьмем Зек, Рахзар и Джастина. Вот такая у нас интересная будет команда. То есть, если мы с тобой на 60 ранге, это где-то, ну, в среднем 5 поединков нам нужно будет сейчас отыграть. Я думаю, нам это, в принципе, доступно. 5 поединков. Так, тихо. На. Туч. Таким, да, крышкой люка просто нахлобучил там. Конечно, в сметку раздавит. Ну все, здесь нормально. Так, смотрим, с 60 позиции переходим на полтишок. Даже на 46-ю. Ну, я, в принципе, был прав. 5 боев в среднем нам нужно будет сейчас отыграть. Берем Бакстера Стокмана, возьмем Донателло плюс Лео. Железноголовый, и пускай у нас будет, ну, давай Крис Брэдфорд. Он здесь нам не помешает. Крис Брэдфорд нам не помешает. Так, Леонардо. Ну, начнем тоже мы с вертушки в первую очередь. Я не вижу, чтобы у него здесь был хил, так что все нормально. Сюриками добьем. Да. То есть мы по инициативе просто не дали врагу сделать ни единого хода. И, соответственно, врагов мы разбомбили. Ну что, продвигаемся дальше. Я думаю, сейчас где-то 36-35 будет позиция. Блин, странно вот сейчас. Всего 6 ступенек пролетели. Вот как это можно, ребят, понимать? Я не знаю. Этот рандом, он действительно просто, просто рандом. Непредсказуемый. Ты никогда не знаешь, сколько ты пролетишь. Я только настроился на 15-10 ступенек, а нам бамс, и просто 6 ступенек дали перелететь. И все. Так что, возможно, даже не 5 поединков, а как бы до 6 не скатиться. О, Усаги как хорошо сделал. На всех повесил постепенный урон. Ну, в принципе, это не важно, потому что Шреддер, конечно же, добьет остальных всех. И это. Ну что, в комментариях нашел такой вопрос. Рэй, объясни, пожалуйста, как апать. Как апаться в игре? Ну, вот, в черепашках ниндзя легенды. Ну, ребята, как апаться? Например, так, вот 80 уровень, да, у моего персонажа, у Рахзара. Заходим в навыки. И вот здесь вот написано новый уровень. Вот, видишь, новый уровень. Ну, вначале у тебя будет там немножко мутагена, там 100, 200, 300, 400. У меня в данный момент, чтобы проапать, например, Рахзара на 81 уровень, нужно 13 780 мутагена. Мутаген отображается вот здесь. Это его количество, такие синенькие, скажем так, склянки. Если у тебя хватает, ты просто апаешь, и все. Никаких вообще, ребят, проблем нету. Надеюсь, я объяснил, ну, досконально. Никаких больше не будет проблем с какой-то там непоняткой. Так, и другой вопрос. Рэй, на чем ты играешь? Ребят, конечно, играю на компьютере, но через эмулятор. Через эмулятор. Эмуляторов у нас много всяких. Например, я использую BlueStacks в данный момент. По-моему, последней версии. Что еще? Все, просто устанавливаешь, находишь игру. Сейчас в последнее время не все игры у нас есть, да, в этом, в Google Play. Поэтому иногда приходится скачивать АПК с компьютера, да, где-нибудь там с определенных сайтов, и устанавливаешь уже себе на эмулятор и спокойненько играешь. Так, ладно. Ну что ты с бомбочки-то со своей, а? Блин, Сплинтер, ты как-то здесь вообще не вписываешься, если честно. Просто не вписываешься. Тебя сейчас могут просто растоптать. И я даже тебе не помогу. Ванюша, давай. Все равно, да, слабо? Блин, мне кажется, вот этот Майки... Я попробую его пробить. Есть. Ну-ка, Крэнк, давай. Покажи свою мощь и прыть. А, ну, все, я понял.
Я понял, почему так получилось. У него же уровень, ребят, не особо сильный. Эть, как же я... Блин, Майка, паршивец. Твою дивизию, зачем, блин? Ай-яй-яй-яй-яй. Чего? Ванюш, ты что, попил, что ли? Попасть по нему не мог. Ой, ребята, да. Не думал, что, конечно, крысиный король вот так вот сдуется. Ватный он оказался. Сколько я говорил, там 5 боев, по-моему, мы уже свои 5 попыток истратили. Пора теперь подключать наши откаты, которые у нас есть. Ну, с помощью откатов-то, конечно, мы тут с тобой прорвемся. То есть, грубо говоря, нам еще 2 поединка нужно будет сейчас отыграть. И мы отыграем их. Обязательно. Давай, Армаглуша. Хлоп. Все. Отлично. Ну, идем на последний бой. Надеюсь, на последний сейчас бац. 3 ступеньки перекинут. Нет, все нормально, ребят. Рейчик забирается в топчик. Так что все будет окей. Берем Армагона. Также возьмем Супер Шреддера и отыграем вот этих вот 3 наших диверсантов. Так их назовем. Ну что, эти супостатики готовы уже, видишь. Бибов с такими. Я вот, кстати, там... Точно, я думал, откуда они взяли вот эту вот гранату, расписывают под пасхальные яйца. А вот, ребята, пример вам откуда. Вот оттуда взято это, наверное, скорее всего. Додумались, ладно. Ну что, ребята, победили, и, соответственно, мы переходим на топовое место. То есть, самая высшая награда. Все. Больше нам, наверное, сейчас здесь и заняться-то нечем будет. Ага, нечем будет. У нас еще ежедневки, оказывается, есть. Ху-ху. Пойдем, конечно, проходить. Вот такую вот команду я возьму. Армагон, Магма, Лео, Рафаэль и, конечно же, Армагон. Так, сделаем укус. Не буду я здесь применять массовые атаки. Пока не буду. Так. Почему-то они так все на Леонардо. Давай, Макман. Пумс. Окей, переходим на последнюю волну. И здесь у нас вот эти вот ханурики стоят. Давай в начале волну в них бросим. И вышел только Змейка Вьюн. Все. Так, ну что же, переходим с тобой дальше. События здесь прошли. Потом можно будет вот это вот заюзать. Здесь забираем награду. Так, ну что, сразиться в боях. Естественно, пойдем искать для нашего Кренга. Нам нужно найти еще 4 наушника. Так, остается 3, 2 и последние наушники. Есть. Нашли, наконец-то, мы для него наушники. 10 тысяч мутагена. И прокачиваем до 5 ступени. Для 6 ступени нужно... Ё-моё. Блин. И причем так много этого нужно всего, а? Посмотри. Слизезащитные очки. Вот оно как. Окей. Так, мы еще не выполнили задание. Выполнили, все. Забираем награду. Сколько нам еще надо? Блин, 7 штук. Забираем награду и поднимаем уровень персонажа. А кому мы поднимем? Я знаю, что на... Не хватит, да? Конечно, не хватит. Ну тогда давай просто кому-нибудь вот здесь. Например, Донателло ролевой. Все, 55 уровень он получает. И забираем здесь награды.
Все, друзья. Здесь мы все выполнили, все сделали. И теперь, наверное, только остается ждать понедельника. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.